Опять жрет по ночам. А то я думаю, выиграет Алена почему-то. Ну да. У нее потому что Алина... Алина могла бы выиграть, если бы вот эта ситуация с тобой бы не случилась. Если бы не косячнула. Да, да, если бы не косячнула. Карина... Ну, оставили, чтобы слить. А? Оставили, чтобы слить, мне кажется. Нет. Карина, это, ну, просто опять из-за веса давить на жалость, и никто не... Лучше не купится второй раз, не купится. Ее просто сбросит. Да. Вот, а Алена, что, в отношениях вроде все нормально. Как-то кое-как пытается строить отношения. А, да, идеальный кандидат на победительницу. Что, девчонка хорошая. Ну, смотря, интересно, что будет проходить, какой хорошо. Конкурс будет. Мне кажется, у нее по факту как бы больше всех шансов. Я, короче, в финале. Ну, и главное, короче, приз. Это, короче, хирургическое клиническое вмешательство. Я, короче, сначала думала липосакцию, сейчас. Типа, сделать, да? Какую липосакцию? Потом я думала... Короче, начиталась, короче, ты свою фигуру сначала доведи до того состояния, до которого ты хочешь. Слушай, на липосакцию сейчас даже я еще пока не решаюсь. Тебе нужно довести твою фигуру до того состояния, которое для тебя будет идеальное, ну, приближенное к этому, а потом уже что-то делать, какие-то вмешательства. Понимаешь, у меня было хирургическое вмешательство, потому что у меня были уже проблемы. Ну, потому что я, понимаешь, в свое время не послушала здесь никого, довела себя просто, я не знаю, потому что вот такая вот тумба просто стала, понимаешь? Типа, а вот нет. Ну, там, конечно, они тоже, слушай, у меня просто такой нрав, типа, видишь, как бы, если меня... Ну, жестко прессовать, то как бы у меня вот, ну, от обратного, короче, идет. Вот. Но вообще в идеале это лучше, ну, если тебе сейчас дают возможности, конечно же, слушай людей, да, занимайся сама, делай, а все остальное уже потом подкорректируешь, это фигня. Я вот, короче, я вроде... Иначе потом тебе придется, ну, серьезно, что-то вот делать серьезное с собой. Я вот, короче, что-то начала, потом... сорвалась, короче, сказала, тренду, короче, типа, я себя, типа, люблю, там, подумать. Ну, ты делай в кайф, понимаешь? Ну, да, опять-таки, вот. Ты сейчас себе врешь, типа, я себя люблю, или как? Просто я себя любила. Нет, я, типа, короче, я реально кайфовала, у меня, как бы, ничего, там, типа, у меня не было стеснения, да, короче, начала худеть, короче, начала у меня кожа провисать, да, вот, у меня руки начали прям реально, хотя раньше такого реально не было, типа, ну, 40 килограмм все больше. Все, потянется, господи. Я все. Так начала, прям, я, короче, сейчас, короче, купила там футболки, смотрю, футболка, майка, да, у меня руки как это, шарпея, уши. Я думаю, что мне делать с этим? Я, короче, вот, если, короче, вот я выигрываю, да, я соглашаюсь на резекцию желудка, я уже, короче... Чё несёт, а? Чё несёт? Не. Чё несёт? Серьёзно, Саша, очень сильно этого хочу. Чё несёт? А сама не никак, да? Так, а ты так не похудеешь, ты что думаешь, ну окей, сделал вот это. Я тебе объясняю, да, то есть, ну, у меня когда было шунтирование, я после шунтирования очень-очень-очень много занималась в зале. Это же конкурс красоты. Придется достать из глубины сердца ура! Всю свою боль и обиду на этот мир. Дорогие мои, у вас всем привет. Я тут я же не ходил, потерял свою невесту, а я вся такая изменилась. Мне и такая нравится. Шпок. Шесть. Сквиш. А-а. Цицеро. Лейпшиц. Кто такая невеста? Ломаным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд. К тебе за тысячу звезд. А я по полю, да по полю, что приду к тебе. Я по полю, да по полю, что приду. Настоящую подругу. Тебе нужна реальная женщина. Слушай, послушай меня. Пока это длилось, она была для меня реальнее, чем любая женщина. Да, да, нет, у меня в жизни вообще все на самом деле отлично, даже более чем. Просто, ну вот, после алкотрипа вот эта вот история, конечно, трэш. Вот, а сейчас все хорошо, я уже даже повеселела, это вот утром у меня так было. Все, уже надо? Да, давай, поехали. Я смирюсь. А, короче, вот у мужиков такая вот, когда да, я уже уходит. Да, обратно. Что делать дальше? Вверх, 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 вверх. Я тебя ударю. Вот жопу колят. Неважно. Все уже в прошлом. Да, но болит до сих пор. О, да.
Прошлое причиняет боль. Одно из двух. Можно или от него прятаться, или извлечь урок. От всяких вот подобных застольев меня всегда выручает моя палочка-выручалочка. А на самом деле тут очень крутая тема тем, что этот чай, он снимает отеки и не позволяет вам переедать. То есть он сдерживает голод. Эта сука даже не знает, что у неё спрайте. Она кричит, хватит, но мне не хватит. Я срываю с неё платье, и мы оба впадаем в безумие. Безумие. Снова впадаем в безумие. Так, мои все уехали. Я тоже вот последняя. Опаздываю, еду на праздник. Но знаете, о чем подумала? Что чревато мне из дома было выходить красивой. Надо было в спортивных штанах каких-нибудь. Здравствуйте, у нас такая тусовочка. Это мать. Да, полгода. Полгода ребенку. Так, тут мужики какие-то. Дядя. Здрасте. Еще правда некрасиво стало? Да красиво. Итак, значит, сегодня праздник. У девчонки. Сегодня будут танцы. Да, меня на него никто не звал, вот, но я на него пришел. Как говорится, контент сам себя не запилит. Очень рад тому, что вы так, смотрите, Алена пьет шейк. Создали это маленькое пью. Чудо, потому что дети — это счастье, это цветы жизни. И, Алена, я в первую очередь поздравляю тебя. Спасибо. Вот, во вторую очередь я поздравляю Илья тебя. Так, все, я поехала уже. Правда, я так сильно опаздываю. Мне, короче, надо будет сейчас заехать в Московский. Там сделать одно дело. Вот, рядом с Московским есть наша любимая поляночка. Сердечко захотело туда заехать, а дальше на вокруг нас. Человек, который меня покормил, это Анечка Самонина, вы представляете? Причем вкусно, да. Не то, что вон эти все. Вообще, беспредел. Ну, я же подготовлю, Саша, мы угостили. Да. Как бы да. Да. Да, без вспышки тут, ладно. Куда я тут пришла? Еще и на лобном сижу. Засаживать меня пришла. Ну, не засаживать, а говорить, что ты не права. Серьезно, да, к нам сегодня зашла, все хотят фоткаться с ней. Посмотрите, как она сияет. Как она сильно оделась. Ну, просто посмотрите. Я не знаю, что ее так поменяло, она прям сияет. Ну, посмотрите, какая красивая. Вот. Счастье называется, девчонки. Кто в аппаратном? Короче, я только сейчас вышла со встречи, и честно, я не то чтобы в шоке, я... Можно было бы в Инстаграме материться, я бы сматерилась. Что там? Так, это мы с тобой сейчас рисовать будем, да, в темноте. Ага, да. Как здорово, ты хочешь... Это что такое у нас тут? Давай, мама, открой тебе. Сам открыл? Молодец. Молодец, котенок. Понятно. Так, что там еще? Целая банка лизуна. Класс. Да. Что еще? Достаем. А это что? Ящерица! Ты знаешь, какая она классная? Так. Сейчас полетит куда-нибудь. Кошка полетит. Главное, интересно кошка. Да. Пошла жара.
относится к тому, что вы дружите и гуляете с мужчинами без него? Быстрей. Ты говоришь, как я отношусь к этому? Да, быстрей. По лицу не видно? Нет. По белому свету, став одним движением ветра. Короче, я проснулась. Лицо у меня, конечно, вообще супер опухшее. Мне надо было сегодня на маникюр. О, Стефан мой, конечно, заболел вообще не вовремя. Сейчас буду вам масочки показывать. Узнаю, сколько они стоят. А вообще, собственно, как бы преимущество этих масок? Смотрите, какие они классные, холёсенькие. В общем, начнем с того, что они, конечно же, кожу успокаивают, очень сильно увлажняют, приводят ее в порядок. И, внимание, стоит всего 89 рублей 5 штук. То есть, ну вот в тот же самый Литуаль вы давно заходили, там одна такая масочка будет стоить рублей 250. А тут 5 штук на всю неделю купили, и вообще класс. Короче, я их заказала 10 пачек по 5 штук. Тебе не стыдно маски мои воровать, пока я тут снимаю? Это снимается? Снимается. И на лицо накладывается себе. А это на лицо накладывается, да? Не стыдно? Нет, я хочу быть красивым, молодым, свежим. Угу. Все-таки как бы расцвет. Не знаю, я ее постоянно использую. Знаете, там, наревешься, или, не знаю, что-нибудь скушаешь, короче, такое суперсоленое. А потом вот снимаешь себе это все. Кайфушка. Да еще и за такую сцену. 189. Ава! Что делаешь? Это она хочет 10 миллионов у Ксюхи отдать. Да. Все? Все начинались. Вот стройка, это я помню очень хорошо. Вот наш островок был на Сейшелах, который я терпеть не могла. Ой, площадочка эта. Вот уже новая поляночка. Эх. А вот в этом доме, кстати, мы жили. Вот прям вот наш балкончик с ёсенькой. Это вот именно последний месяц, что ли. И все, потом ушли.
стопудово насосал, братан. Да по-любому, братан. Не насосала, а нарожала. В новом сезоне «Дом-2» платит за беременность. Приходи на проект «Построй отношения, стань мамой» и выиграй 10 миллионов рублей. А первая беременная девушка получит дополнительно 1 миллион рублей. Отправь заявку на casting.dom2.ru. Ну и чё ждем?